возвращением в общую группу у тебя было небольшое повреждение, ну и, соответственно, вопрос, как пальчик? Уже все в порядке, уже, как видите, тренируюсь, здоровье есть, желание так вот, поэтому готов к новому сезону. То, что не дают вам пока побегать, поиграть футбольщик, расстраивает? Все-таки сборы говорят, надо выжить, физика, как самочувствие? Да, я, ну, конечно, хотелось бы с мячами, но у нас и так вся работа, я смотрю, с мячами построена. Уже интересно, интереснее, чем просто бегать, а так, думаю, все изголодавшиеся по футболу в Турции будут, поэтому там все вернется. Что ты ждешь от весны, от команды, от своей игры? Как ты ее видишь? Да, я лично чего жду? Жду продолжения того уже куража, который у нас пошел в последних матчах. Причем хотелось бы, чтобы он пошел в этот раз на весь круг и сразу пошел. Точно так же продолжится в кубке. Я считаю, что независимо от того, кто там попадет, нам надо выдать свой максимум, чтобы пройти дальше. У всех это желание есть. Я надеюсь, что оно подтвердится на поле, а не только в наших словах. А от себя что ждешь? От себя хочу еще больше результативности. Я уже говорил, хотелось бы больше, ну, с голами пока не скажу, что складывается хорошо. Хотелось бы больше передач. Передач тоже хотелось бы больше, мне как-то на них проще сосредоточиться, они лучше получаются. Дай бог, чтобы было дальше так. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10. Поехали. Не максимальная частота, просто попадайте в клеточки. Одна, другая рука меняется.